садоводческом товариществе Плянта действительно радостное событие. У них появилась новая асфальтированная дорога. До этого она была покрыта гравием. Долгое время к своим дачным участкам порядка 3000 садоводов добирались по дороге 4-й технической категории, что доставляло огромное неудобство. Но после обращения к властям вопрос с ремонтом дороги решился в положительную сторону. И вот уже лет 10, наверное, было у нас здесь гравейка, уже дорога была. Но здесь была такая стиральная доска, что не рад был этой дачной даче, этому отдыху, на который мы выезжали. Потому что комочек нервов был, начиная от дубей, доезжая до Плянты. И вот 4 года назад 4 председателя, Плянта 7, 8, Зарядье 1002 и Плянта 9. Организовались мы, все-таки на нашем пути повстречались хорошие люди. И вот вы видите сегодня результат. У нас такой праздник, вы не поверите. Когда нам объявили, что все-таки дорога будет в этом году, мы в райисполкоме прыгали до потолка. Представляете, какая это была для нас радость. Для того, чтобы проложить новую дорогу, понадобился не один год. Зато теперь реконструированная транспортная артерия, которая соединяет Селигорск с садоводческим товариществом «Плянта-9», дает возможность с комфортом добираться до своих дач с садоводом «Плянты-7», «8» и «Зари-2002». 4 года это длилось изучение вопроса для того, чтобы здесь была дорога. Из чего исходили? Из того, что есть потребность этой дороги. И второе – возможность постройки этой дороги. Мы долго к этому шли, но результат мы видим сегодня – прекрасный асфальт. И возникло от того, что вот Плянта, где мы сейчас находимся, уже нет ни одного свободного участка. Мы видим, что действительно начал застраиваться 500 участков. Эта дорога не для 2 человек, не для 3 человек. Да, может быть, если было 2-3 человека, не было целесообразности строить здесь асфальт. Может быть, просто грязерная дорога была. Но мы когда увидели, что это 500 участков, это 1500 человек, это только мы берем вот здесь эту Плянту. А дальше мы берем Плянта вот здесь вообще 7, 8, 9, дальше Заря. Это огромное население, для которой построена вот эта дорога. Реконструкция дороги – важный социальный проект, который соединяет город и район, а также объединяет людей. Спонсорскую помощь по устройству асфальтобетонного покрытия от кольца Дубей до садоводческого товарищества «Плянта-9» выделило руководство «Беларусь-Калия». Еще одна часть дороги была реконструирована за счет районного бюджета. Мое глубокое убеждение, что вот эта дорога, которая сегодня открывается, это исключительная заслуга, в первую очередь, председателей садоводческих товариществ. Ну, я все это видел с самого начала, и, наверное, мы просто выполнили ту работу, которую, наверное, уже должны были сделать давно. Это искренне и от души заслуга это вот этих вот людей, которые с первого дня моей работы приходили ко мне, спорили со мной, ругались, мы долго разговаривали. Ну, слава богу, что-то получилось, это хорошо. Поэтому в первую очередь и я им хочу сказать спасибо. А наша задача, вот моя и Сергея Ивановича, качественно смотреть за дорогами, делать там, где необходимо. Работу по укладке асфальтобетонного покрытия протяженностью 6 километров вело дорожно-ремонтное строительное управление 166. Получилось неплохое 6-метровое асфальтобетонное покрытие стоимостью приблизительно 300 тысяч рублей. Это, скажем, очень дешево. Я хочу сказать, что если километр дороги стоит в среднем 5 миллионов, здесь мы минимальными средствами обошлись. И пока дачники радуются новой комфортной дороге и возможности проезда к своим участкам, тем временем ведутся активные работы на автомагистрали Р-23.